Ну, жанры пока J-pop, Vocaloid, да, Nightcore. Vocaloid, Nightcore. Lyrics. Морген. Тебе нюхать не надо идти, нюхать. Поднебесный иссяканился и стал обладателем гарема. И стал девочкой-волшебницей. Да, давай. Да, это надо. Так, поднебесный иссякайнулся в другой мир, в котором он стал девочкой-волшебницей. Тайтл «Загадочная волшебница». Ну что ж, погнали. Это был Хардбас, кстати. Ну тут неплохо так спело. Вот здесь да. Все четыре строки уместились. Неплохо для нейросетки, неплохо для нейросетки. Поздравляю, мальчик, ты стелишь неплохо для нейросетки. Сам придумал? Нет. Понятно. Блин, честно, не зашло почему-то. Ну, потому что я не люблю J-pop, Vocaloid, Nightcore, наверное, поэтому. А надо бы. Эти жанры точно стрельны 2014. А если хардбас и гиперпоп смешать? Такое говнище получится. Да? Ну ладно. Надо. Напиши текст про любовь к водке. Да. Про любовь к водке и интернет-любовь. Про интернет-любовь к водке. Про интернет-любовь к водке! Тайтл «Любовь к лодке». Love for the boat. Надо попробуй еще раз. К алкогольному напитку водка, так пиши тогда. Тайтл «Горяченькая водочка». Hot водка, если вы на английском шарите. Лингвистов у нас нет. Let me speak from my heart. I love you. Адвокат. Нихуя не понимаю. Advocate. Мальчик по имени Адидас влюбился по интернету в девочку по имени Водка. О, можно про слово пацана чем-нибудь высрать. Блядь, нет, я не хотел этого делать. Нет. Песня про то, как Никиту Калагривову посадили в шансон. Песня про то, как Никита Калагривов укусил женщину за ляжку. Шансон, Михаил Круг, Бутырка. Да, и они гонят на Никитку. Да. Да, подсосы стримера. Горяченькая водочка. Поехали. О, ну вот, это больше. Тут, по-моему, уже есть, да. Да сука, опять не хардбас, что ж такое-то, блядь? Что хардбас, да, не существует для нейросети, походу. Пиздец, хардбас остался. Наша временная линия отсеяла хардбас после 2010-го. Не котируется больше такая музыка. Это шаман поет. Это хардрейв какой-то. Слава богу, что в мои времена не было такого хардбаса.
Что даже желание пропало про гиперпоп хардбас сделать. Дизлайк, блять. Хуйта. Бракуем. Дрейн Шансон. Знаете, что мне еще хочется впихнуть? Бесконечное лето. И слово пацана. Персонажи слова пацана оказались бесконечным летом. Персонажи сериала слова пацана оказались в сеттинге визуальной новеллы. Бесконечное лето. Надо имена персонажа написать. Адидас, Марат, Айгуль, Пальто, Зима, Турбо, Кощей и Ералаш, все. В лагере. Пионер лагерь Савенок. Савенок из визуальной новеллы «Бесконечное лето». Айгуль убила себя. Ты, сука, урод, блядь, я чуть не выплюнул колу обратно. Тайтл «Летние приключения». Что это, блядь? Первый трек. О! Группа Ёрш. Бесконечное лето в новелле, так много чудес. Дружба и игры в нашей палатке тепло. Смех и песни заполняли каждый день. Рисовали красочные сны на поляне, в лесу и в пруду, везде было здорово с нами. Совенок, совенок, веселый пионерский дом, мы с несчастливыми ногами одинок. По дороге приключений встретим новых друзей. Веселые летние дни, мы искренне любим тебя. Нет, реально какой-то американский рок, да, блядь, а не Дрейн Шансон. Вот, знаете, вот долбоёбы, которые под панков косят, типа группа Йорш и так далее, которые «Мы панки!» и вот такую хуйню пишут. Это прям оно. «Любовь и панк, хардкор» песня один в один. Группа «Сортирный союз». У вас лед на погонах. Ну что, какие-то знаменитости? Что вы снимаете? У нас, да? У нас? Идите нахуй! Горшок воскрес и стал зомби. Околочка! Околочка, ребята. Сериал «Король и Шут». Смотрите эксклюзивно на... Так, ты мне тут не... Это же даже не Shameless Self Promotion, блядь. И как мне доеб... Не Shameless Self Promotion. Ты даун. Горшок воскрес и стал зомби, после чего записал трек в новом жанре зомби. Князь, хватит хлюпать. Хоррор-кор. Панк-рок, фолк-панк, хоррор-панк. Тайтл воскрешение! Ой, что мы выпустим на этот свет? В гробу весь день! Так он зомби-кор сделал, по факту. Остался в том же стиле. Ты вскрыли шут говно ебаное. Зомбительно, но окей. Чувак, этому мему уже полторы недели, он не актуален, лол. Учи мемы, чтоб не быть батхёртом. Я сейчас заплачу, я уже плачу. Я заплакал. Поплачь мне, Дота. Чувак, ты не актуален. Чувак, ты хотя бы подписан на группу «Рифмы и панчи»? Бля, мы как три скуфа сидим и смеемся над молодежью просто. How do you do, fellow kids? Йоу, мы на одной волне с вами! Зомби-апокалипсис, yeah! Ой, блядь, я сразу вспомнил вот этот вот ВК-клип и Нефёдов, сука. Я снова стану популярным, ВК-клипы! Я на хайпе! Мир изменился, стал он совершенно чужим. И я застал жизнь уже как...